как мы впечатлились той девушкой, с которой разговаривала Татьяна, ее гибкость, что решили тоже немножечко здесь поразминаться, уже у нас приготовлен коврик, но я еще до этого на самом деле встретила на просторах интернета одно видео. Вы сейчас его только посмотрите, оно очень коротенькое, и вы сами все поймете. И рядом со мной как раз находится, я просто на самом деле не могла найти слов, чтобы это описать, ту невероятную гибкость, которая есть у девушки Аси. Она сейчас, кстати, находится рядом со мной. Ася Фарахова. Доброе утро, красная. Она инструктор по йоге, и я надеюсь, что сейчас меня научит такой же гибкости, ну хотя бы, чтобы я на долечку, на какую-то могла также сделать. На самом деле это способен сделать каждый, и я сейчас приглашаю, вне зависимости от того, лежите вы, сидите или стоите, присоединиться сейчас прямо к нам. Ну что, первое упражнение, которое я советую, неважно, с утра, днем, вечером или просто встав с офисного стула, я называю его потягушки. И надеюсь, что я его вам передам с настроением. Потянемся? Давай, любименько. Прям просто как хочу. Давно я мечтала. Доброе утро. Добренькое. И идем с тобой в наклон, став на край коврика. Опустим плечи, голову, почувствуем расслабление верхней части спины и очень медленно опускаемся до земли. Почувствую вес своей головы. Я хочу обратить внимание, у нас тут небольшие кирпичи. Согнув колени, опускаем руки на пол. Делаем шаг левой ногой назад, правой ногой назад. И здесь подверни таз, изучая вариант планки. Макушка, продолжение головы. И почувствуй, как ты толкаешься руками от пола, чуть округляя лопатки. Это будет базовая стойка перехода. Опусти колени в пол. Оставь пальцы на ногах. Подверни таз вперед. Округли поясницу. И почувствуй, как ты толкаешь руками пол, округляя верхнюю часть спины. Подтяни подбородок к груди. Постарайтесь максимально сократить линию живота, подтягивая таз к ребрам. Ох, сколько же нужно сразу мышц проработать для этого упражнения. Сейчас немного наклони таз вперед. Выходим в вариант планки, подтяни подбородок к груди. И сразу же оттолкнись руками от пола, подтяни мышцы живота и подтяни таз назад, максимально далеко к пяткам, не двигая руки. Для меня всегда была проблема при выполнении таких упражнений, что я смотрю больше на инструктора, а то, что он говорит, не могу смотреть. Все верно. Сначала ты начинаешь чувствовать через зрительный контакт. И вариант еще раз вперед. Сократи мышцы живота, оттолкнись руками от пола. И снова таз назад. Сейчас мы с тобой углубляем движение, опуская таз больше вперед. Округлись, втяни живот, подтяни подбородок к груди и сбрасывай таз. И еще таз назад. Я уже чувствую, что я могу максимально прогнуться. Каждый раз это движение будет глубже. Сама сейчас почувствуешь таз вперед. Расправь плечи на этот раз. И сокращая мышцы живота, подтяни назад. А то, что у меня все немного похрустывает, это вот нормально в такой ситуации? Это отлично. В данной ситуации это отлично. Твое тело начинает оживать. И еще глубже. Таз сбрось вперед. Расправь плечи и посмотри в небо. Прекрасное, правда, с осадками? Ой, какое однотонное молочное небо над нами. Прессом поднимайся. И еще движение глубже вперед. Раскрыли плечи. Взгляд потянули вверх. И здесь подними колени от пола, выходя собаку мордой вверх. Потяни пятки назад. Расправь плечи, грудная клетка вперед, взгляд вверх. И потяни таз вверх, не сгибая колени. Пятки в пол. И посмотри на свои ступни. Ну, шикарно. А сколько раз так нужно сделать, ну, например, с утра, чтобы полноценно проснуться? От 3 до 21. А кому 3, кому 21? Начни с 3, и ты поймешь, идти ли тебе дальше. А, все понятно. И сейчас круглой волной выйди в планку. Подтяни таз, вот так же, как вначале. Оттолкнись пальцами ног от пола. Да. Втяни живот. Подтяни подбородок к груди и выйди в планку, отталкиваясь руками от пола. Максимально округлись, втяни живот, подбородок к груди. Еще. Опускаем таз вниз. Колени не касаются пола, собака мордой вверх. И таз вверх. Выдох. И круглой спиной через волну телом. Собака мордой вверх, вдох. Ох,
Мне, если честно, при том, что сейчас около 12 где-то градусов, мне сообщают, уже начинает накрапывать потихоньку дождик. Жара, мне правда? Мне стало прям жарко. Давайте, наверное, уже будем потихоньку... Как правильно выйти из этого и уже... Давай с тобой подшагнем. Шаг вперед. И тем же вариантом выйди вверх, максимально округляя свою спину. О, отлично, спасибо большое. На самом деле, я действительно согрелась. Я думаю, что такое выполнять, если каждое утро, то будет вам здоровье. Три раза, как минимум, да. Будет вам счастье, поэтому обязательно оставайтесь с нами, занимайтесь спортом, мы еще вернемся.